вот предварит эту песню, прошло. Вообще не верим в эзотерику, и я как-то... Но жизнь доказывает, что существуют какие-то явления, которые мы объяснить совершенно не можем. Гарик написал это стихотворение где-то в 90-м году. Почему-то я сделал песню буквально через несколько дней после смерти Рафа Левчина. А сегодня, кстати, именно сегодня, в 41-м году, это был последний день Марины Цветаевой. Именно 31 августа. То есть как-то все это совершенно непонятно связывается. Храм был открыт для прихожан и тех, кто жаждал ощущений позавчерашних каторжан. Ушедших от нравоучений большой и сложный человек, последний август, слова как треснувший орех. Да я поправлюсь в такое время, умирать вот не годится. Так чудно осенью писать людские лица. Большой, хороший человек, он не был скрытным. Храм был открыт для прихожан и любопытных.